Кафедра лучевой диагностики. Консультативное заключение по МРТ пациента 37 лет, выполненного 16 августа 2019 года. На представленной серии МР-томограмм головного мозга получено изображение в трех проекциях разного типа взвешенности. Состояние после костно-пластической трепанации черепа и удаления астроцитомы на границе правой лобной и теменной доли, кистозная полость с окружающим послеоперационным глиозом. Желудочковая система сформирована правильно. Умеренная гидроцефалия с лейкомаляцией и тракцией заднего рога правого бокового желудочка. ДВИ и ИКД отрицательны. Отмечается слабое контрастирование по краю глистозной полости. Срединные структуры не смещены. Перивоскулярные ликворные пространства не расширены. Субарахноидальные ликворные пространства по конъюнктивальной поверхности больших полушарий несколько расширены. Цистерны основания мозга прослеживаются отчетливо, не деформированы. Срединные структуры не смещены. Гипофиз обычных размеров и структуры. Патология мозгово-мозжечковых углов не выявлена. Стволовые структуры не изменены. Патология орбит не определяется. Ствол мозга, хиазмально-силярная область без МР-признаков патологических изменений. Миндалина мозжечка расположена на уровне большого затылочного отверстия. Структура коры не изменена. Проекции мозгово-мозжечкового угла, корешки 8 пар черепно-мозговых нервов прослеживаются отчетливо с обеих сторон, симметричны, не утолщены. Мелкие кисты в обеих верхнечелюстных пазухах. Заключение. Состояние после костно-пластической трепанации черепа, КПТЧ, и удаления астроцитомы правой теменной доли. Убедительных данных за рецидив нет. Завкафедрой профессор Холин А.В. Комментарий. На мой взгляд, слабое усиление по периферии еще не говорит о продолженном росте или рецидиве. Это может быть новообразование мелких сосудов, реакция на лучевую терапию и даже химиотерапию.